Научно-производственный центр ревитализации и здоровья – крупная динамично развивающаяся российская компания, единственный в России эксклюзивный представитель Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Главное направление работы компании – разработка, производство и продвижение продукции для восстановления здоровья, а также популяризация концепции пептидной и непептидной биоревитализации. Сегодня в арсенале НПЦ РИС более 250 препаратов, применяющихся с целью увеличения продолжительности жизни, оздоровления, достижения активного долголетия. За 5 лет работы компании было открыто более 300 представительств по всему миру, включая Россию, Европу, страны СНГ, США и Канаду. Сегодня продукция компании известна в 25 странах мира. Уже более 100 тысяч человек стали партнерами НПЦ РИС. Все годы своего существования компания остается верна своей главной миссии – делать доступными для людей результаты уникальных разработок ведущих российских и мировых ученых в области медицины, генетики, молекулярной биологии. Основным приоритетом для компании остается здоровье людей, их физическое, духовное и материальное благополучие. Основная роль в решении задач по сохранению здоровья и достижению активного долголетия принадлежит пептидным биорегуляторам. Это цитомаксы, состоящие из чистых натуральных пептидов высокой концентрации, цитогены, синтезированные пептиды, и пептидные комплексы в растворе для наружного применения. Также компания представляет широкий спектр препаратов для направленного и комплексного оздоровления всех органов и систем человека. Несколько линий антивозрастной косметики с пептидами для омоложения кожи лица и тела. Зубная серия с пептидами Revidont Professional обеспечивает эффективный уход за зубами и полостью рта. Косметическая серия с пептидами SpaLine идеально подходит для профессионального ухода за телом и волосами. Продукты функционального питания серии Reviform для обретения стройности и оздоровления. Серия фиточаев Аюрведа, приготовленных на основе аюрведических и традиционных трав и специй. Научно-ориентированное оздоровительное направление деятельности компании обуславливает особые требования к руководству. Необходимо не только обладать знаниями и опытом в сфере бизнеса и маркетинга, но и профессионально разбираться в медицинских аспектах. Именно поэтому в составе топ-менеджмента НПЦ РИС люди с высшим медицинским образованием, научными степенями, умеющие виртуозно ориентироваться как в мире науки и медицины, так и в области маркетинга и пиара, знакомые со всеми тонкостями ведения бизнеса. Главным научным консультантом компании является профессор Владимир Хацкелевич Ховинсон, президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Научный консультант НПЦ РИС – профессор Галина Анатольевна Рыжак, доктор медицинских наук, специалист в области экспериментального и клинического изучения пептидов. За прошедшие годы жизнь компании была насыщена множеством интереснейших событий. Вот лишь некоторые из них. В мае 2010 года в Москве состоялось торжественное открытие научно-производственного центра ревитализации и здоровья. Всего через 3 месяца, в сентябре 2010 года, компания НПЦ РИС вышла на европейский рынок. Март 2011-го ознаменовался открытием первого представительства на Украине в городе Днепропетровск. На 7-м Европейском конгрессе Международной ассоциации геронтологов в Италии Центр ревитализации представил доклад, посвященный эффективности натуральных пептидов. С сентября 2011-го компания активно начала участвовать в государственной программе профилактики возрастной патологии и ускоренного старения. Открытие первой общественной приемной Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии состоялось в Москве на базе павильона номер 5 Всероссийского выставочного центра при поддержке Лиги здоровья нации. В ноябре 2012 года общественная приемная института биорегуляции и геронтологии открылась в Санкт-Петербурге. Июнь 2013-го.
Руководство НПЦ РИС приняло участие в 20-м мировом конгрессе Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, представив свой доклад «Комплексное применение пептидов при заболеваниях, ассоциированных с возрастом». Все больше людей присоединялось к нашей команде на Украине. Открытие второго представительства в этой стране в городе Харьков. Свою уже четвертую общественную приемную Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии компания открыла для жителей Урала в городе Екатеринбург. Руководство научно-производственного центра было приглашено организаторами Олимпийских игр для обмена опытом в области подготовки спортсменов к международным соревнованиям с помощью пептидных препаратов. Активно развивается компания в странах СНГ. В мае 2014 года открылось представительство на территории Молдовы в городе Кишинев. Мы заботимся о грамотности наших партнеров и совместно с Институтом повышения квалификации ФМБА мы запустили первую образовательную программу по пептидной и непептидной регуляции старения. В апреле 2015 года на 8-м Европейском конгрессе Международной ассоциации геронтологов в Дублине компания представила доклад «Пептиды в лечении аутоиммунного тиреоидита». Приобретая новые навыки и знания, компания не собирается останавливаться на достигнутом и уверенно идет вперед. Центр ревитализации и здоровья сотрудничает со многими авторитетными организациями в области медицины. Компания НПЦ РИС работает по принципу MLM-бизнеса, обеспечивающая каждому покупателю и партнеру эффективную консультационную помощь, регулярные обучающие семинары, предоставляя информационные продукты. Тщательно продуманный маркетинг-план предполагает гибкую и эффективную схему стимулирования роста и развития бизнеса, систему скидок, бонусов, поощрений. Для самых успешных партнеров НПЦ РИС созданы элитные клубы, члены которых пользуются особыми привилегиями и при выполнении определенного плана продаж награждаются ценнейшими и вдохновляющими призами. Мы гордимся своими лидерами, опыт которых доказывает, что вместе с НПЦ РИС сбываются все самые заветные мечты. Каждый из них достиг высот в бизнесе благодаря упорному труду, целеустремленности, а также способности и желанию помогать другим людям, заботиться об их здоровье и вдохновлять на пути к мечтам. Успехи наших лидеров важны для всех партнеров компании. Они вселяют в нас веру и позволяют видеть новые горизонты для развития. Мы узнали, как жить активно и, сохраняя свой капитал и здоровье, приумножать его на годы. Мы готовы поделиться открытием со всеми, кто идет вперед. Наша компания для тех, кто хочет жить активно и повысить качество жизни уже сейчас.